Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот вы сегодня уезжаете, с какой стороны вы приехали? Мы приехали из России, из Санкт-Петербурга. А отдыхали вы в комплексе Бутерфляев? Ну, расскажите о своих впечатлениях, насколько вам понравился отдых и вообще в целом Болгария, как вы отдохнули? Ну, все очень понравилось. Болгария достаточно гостеприимная страна, очень приятно тем, что все понимают по-русски, поэтому это достаточно легко адаптируется. Есть куча фруктов, овощей, рядом магазины, горный воздух, морской воздух, поэтому все очень, в совокупности все очень понравилось. Погода тоже не подвела, было всегда тепло, и поэтому дожди, как говорится, не испортили наш отдых. Было все очень хорошо. Слушайте, вообще супер. Вот смотрите, вас наша компания Евродом 21 встретили в аэропорту, вот провожаем сейчас. Вот вы мне скажите, вот вы всем довольны или все-таки есть какие-то такие моменты, что вы хотели бы подкорректировать, например? Нет, спасибо. У нас был ночной прилет, поэтому это очень нас выручило, особенно с ребенком, который требует быстрее заселения, поэтому нам пошли навстречу, в этом плане помогли, какие-то необходимости, потребности какие-то были, нас всегда быстро на них реагировали, отвечали, поэтому за это вам спасибо. Ну, спасибо вам большое, мы очень рады, что вы уезжаете с хорошим настроением. Что скажет папа, что скажет ребенок? Ну что, приедем обратно в Болгарию? Все здорово. Море такое хорошее, волны, да? Покупался? Ну, я очень рада, что вы уезжаете, правда, с хорошим настроением. Мы ждем вас, всегда вам рады. Спасибо вам большое. Спасибо.